внимание, попрошу не отвлекать. Провести переговоры с собственниками парка, железнодорожника, о необходимости наведения порядка на территории прилегающих парков. Здесь мы просили горсовет подключиться и администрацию. Дело в чем, как мы в тот раз затронули вопрос, мы говорим о комплексности, поэтому дорога Кирова, начало ремонта гораздо дальше, чем парк. И, соответственно, проезжая этот участок, мы видим, что деревья выросли, их нужно приводить в соответствие, да, проводить обрезку деревьев, забор выравнивать. Это все на собственников. Я сейчас только встретился сам лично с одним из собственников. По крайней мере, эту задачу ему поставил, отказов не было. Таким вот образом, да, поэтому единственное, что они должны определиться, членка, вам на контроль, да, определиться, что когда они выйдут, ну, будут убирать, по крайней мере, и обрезку деревьев делать возле проезжей части и выравнивать забор. Выравнивать, подкрасить, пусть архитекторы подскажут, какого цвета, вот таким вот образом. Продолжаем контролировать.